Мы увидим, залетел в ворота, и Шахтер выходит вперед. Еще раз смотрим. Безобиднейший момент. Юревич запускает мяч во вратарскую. Малинш, мяч попадает на колено и влетает в ворота. Шахтер выходит вперед. Понятно, что Шахтер начнет этот чемпионат с победы. Победы над чемпионом. И это уже вторая победа Сергея Боровского во главе команды. Первая была зафиксирована неделю назад в матче 1/4 финала Кубка Беларуси. Шахтер еще и полуфиналист и собирается выиграть этот трофей. Давайте смотреть повтор. Вот так вот оставляют мяч Володько Герману Малиншу. Ну а то, что делает, это вообще невообразимо. А вот, в принципе, исходя из того, что мы порой видим на стадионе здесь...